ТУЦ находится в частной собственности, да, господин Кискин. Сколько мы платим в муниципалитет в месяц за то, чтобы находиться? 400 тысяч рублей. То есть это же огромные деньги. 4,8 миллиона рублей. Мы как в ДК культуры не можем присоседиться, там, чтобы ТУЦ находился, 2 года переждать, а Кискин потом сам запоет и отдаст это здание муниципалитет. Мы к собственнику не единожды обращались с тем, чтобы они рассмотрели возможность его передачи. Ответов пока нет. Ответов нет. Параллельно со стороны Министерства культуры, но это пока на уровне, так сказать, предложения в год театра рассмотреть возможность строительства нового ТЮЗа. Но это пока на уровне предложения. На уровне предложения. Да, для бюджета эта цифра некомфортная. Конечно, было бы более приятно подобную сумму вкладывать в здание муниципальной собственности, и за 5 миллионов рублей можно было бы как минимум акустическую аппаратуру определенную закупить, там, не знаю, там, кресло поменять, сделать сценическое оборудование, обновление и много-много другое, что требуется для вообще подобного здания.